Салют всем, с вами Мастрет. Джарахов дропнул трек «Дегенерат». Без лишних слов, давайте слушать. В туалете нет бумаги, возьму арестат. Я ушел после девятого, и я богат. Училки были правы, не взяли на работу. И я сижу так, в своем огромном доме. Пью, курю, ругаюсь матом, сука, все пистат. У меня так много бабок, сука, я богатый. Тусую в Монте-Карло, в дорогом отеле. Где я только не был, но не в универе. Сучки, цацки, шмотки, тачки, бабки, банки, пачка. Я приручил весь кэш, я маленький принц. Без грамотных тупиц, без рамок и границ. Охуенный пиздат, я известен и богат. В моей голове ты рад, я дикий не рад. Охуенный пиздат, я известен и богат. В моей голове ты рад, я дикий не рад. Охуенный пиздат, я известен и богат. В моей голове ты рад, я дикий не рад. Охуенный пиздат, я известен и богат. В моей голове ты рад, я дикий не рад. Мне интересно, вот это Моргенштерн, вот это Ганвест, вот это, наверное, инстасамка, похоже. А вот это кто? Вот этот чел, напишите в комментариях, потому что я в душе не ебу. А, это LJ, да? А, да, это LJ, все, понял. Но я крутой. Что-то быстро закончилось. Я бы не сказал, что мне этот трек понравился больше, чем Гусейн Гасанов. Там были поприкольные строчки, на самом деле. Поострее как-то было, поинтереснее. Зная Джарахова и как он может выдавать, как он выдавал четвертый раунд против Эль Паса, мне нравились там панчлайны, а тут что-то, ну, не очень, конечно, сильно выдал, но хорошо, хорошо. На девяточку потянет. Мне нравится припев, вот это дра, дегенерат, как вот этот акцент идет на R, поэтому это классно. Мне понравился этот трек. Бенгер зарядил, зарядил бенгер в стиле вот как раз вот этого молодого человека. Поэтому в целом трек неплохой. Но мог быть лучше. Гусейн Гасанов мне понравился больше. Вот так вот скажу. Напишите свое мнение по поводу этого трека в комментариях. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримы. Заходите в описание, там есть ссылочки на мои соцсети. Подписывайтесь на них. Ну а с вами был Мастхед. Спасибо, что посмотрели. Всем удачи и всем пока.